завершили мы наносить первый слой. Материал предварительно разогрет, нанесен прокатным валиком. Так вот это у нас получилось. Смотрим двери. Также внутренний полос, первый слой. Насколько это возможно, все проклеено. Также разогрели материал, нанесли. А вот так вот это у нас выглядит в багажнике. Первым слоем тоже все. Сплошняком. На полу. На арках. И в крыльях. Насколько это возможно. Все прокатали и можем приступать к нанесению второго шумопоглощающего сезона. Приступаем к работе.